Всем привет, с вами Борода, это Horror Field, и мы смотрим. Наконец-то-таки, ребят, версия 0.69, разработчики начали заниматься этой игрой, и сегодня, нет, мы не поговорим с вами о нововведениях. Мы просто поиграем в эту чудесную игру. Посмотрим визуально, что-то изменилось или нет, изменилось ли что-то по геймплею. Единственное, вот, что меня сразу же разочаровало, ребят, когда я зашел, сразу же видно, что был вайб. Все показатели, которые у меня были, все герои, выполненные задания и прочее, 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 к сожалению, сбились. Да, это, конечно же, обидно, это разочаровывает просто чертовски сильно, но мы не расстраиваемся, потому что как ни крути, друзья, вот как ни крути, все-таки это означает, что идет развитие, идет все-таки разработка игры, они не забросили ее, они вернулись с новыми силами, всей командой, и те обновления, которые вышли, мы обозревать будем обязательно, но... После того, как вспомним, как играть, сыграем несколько каточек и все в этом духе. Хорошо, добавили коммуникацию. Теперь можно немножко разговаривать в этой игре. Мы нашли 4 единицы золота. Так, наш генератор. Вот этой надписи Beware вроде как бы не было раньше, если я не ошибаюсь. Так, вот мне сейчас будет жопа. Он идет ко мне. Он идет ко мне! Мне нужно убежать как можно быстрее. Где же он? С какой же стороны он выйдет? Почему? Что? Что это было? Ой, я бегу прям к нему в лапы. Раньше вот этого бага не было. Что это такое? Такого раньше не было. Вы меня хоть камнями забросайте, но действительно раньше такого мы не могли встретить. И такого никогда не было. Ух ты! Ух ты! Что это такое? А такого сундука тоже раньше не было. Это что-то новое, мне это нравится. Здесь вынесены двери. А маньяк поймал одного из наших напарников. А рученьки-то помнят. Рученьки-то помнят. Все, вспоминаем. Помним, как играть, все хорошо. Надо бы нашего попытаться спасти. Там еще одного поймали. Соответственно, он где-то в другой стороне, потому что мое сердечко даже не бьется. Значит, все хорошо. У меня, возможно, есть шанс починить один генератор и свалить отсюда как можно быстрее. Все попадаются, всех убивают. Надо будет попытаться помочь своему напарнику. Если не удастся, то простите, простите. Почему-то лагает в месте вверху над генератором. Я не знаю почему. Возможно, это там просто что-то сделано и так и должно быть. Я не шарю просто, но такого раньше не было. Возможно, это что-то у меня здесь. Какие-то напряги. Так, давайте попробуем спасти. И я сейчас не успею его спасти. И сам к тому же попадусь, скорее всего. Да, нет, нет, да, давай, 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 братишка, чуть-чуть осталось. Я вам хочу сказать, ребят, да, обновы были. Но игра стала функционировать намного хуже. Я это вижу. Я это чувствую. А я заметил это с самого начала. Не знаю, с чем это связано, будем разбираться. Почему функционал игры ухудшился, при том, что обновления-то были, обновления есть, и игра должна становиться только лучше. А в итоге мы видим, что она все-таки начинает лагать, она реально подвисает. Надеюсь, что... Это все-таки какая-то проблема у меня, а не в игре. Потому что игра безумно крутая. И почему он сюда стал? Может, он уйдет? Мне и так тут страшно. Он и так уже где-то рядышком. Он реально тупо рядом. И этот ублюдок стоит рядышком со мной. Он хочет меня прикрыть, он хочет меня спасти. Большое ему спасибо тогда. Так, а что, у нас уже все починили? Можно уже сваливать или что? Вроде, если я не ошибаюсь, нельзя. Вылечить его? Да вылечим, вылечим. Сейчас, погиб, все будет. Надо сделать так, чтобы мы не умерли. Я тут генератор чиню. Так, хорошо. 3 генератора мы починили. Давайте быстрее вылечим нашего напарника. Так, нам страшно. И куда идти? Вверх или вниз? Я даже не знаю. Вот этот идиот, мы бы его уже долечили давным-давно. Так, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Сейчас посмотрим. Надеюсь, что вверх. И я смогу убежать. Потому что если низ, то мне задница. Мне реально будет задница, и это, скорее всего, все-таки вверх.
Погнали! Бегом, 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 друзья! Бежим, бежим, бежим как можно быстрее. Нахрен всех! Хочешь выжить, выживай сам! Всех остальных в топку! Бежим, бежим, бежим. Давай, давай, малыш. Мы умирать не собираемся. Ой. Кто-то умер. Но это не по нашей проблеме. Не по нашей причине, на самом-то деле, мы здесь ни при чем. Они играть-то не умеют. Почему я все тащу? Я два генератора уже починил. Карл, два в одиночку. Но я же сам не могу все делать, правильно? Этот дебил еще и привел его сюда. Ну, елы-палы, это ты сумасшедший, что ли, ублюдок? Зачем ты пришел сюда вылечить его? Иди-ка ты нахрен, накусь-выкусь. Теперь убегать вот это. Я бы тот генератор себе спокойно починил. Еще три генератора на самом-то деле надо починить. И я вам скажу, что это очень сложно. Я бы даже сказал, это нереально в одиночку починить целых три генератора, когда все остальные умерли. Один из напарников раненый, который, скорее всего, тоже сейчас умрет, потому что где-то там рядышком был маньяк. И я предполагаю, что сейчас его все-таки заберут. И это дерьмово. Ну иди сюда. Боже мой. Это все, это фиаско. Сейчас его добьют, я-то успею убежать. Хорош, красавчик. Я пытался его полечить, я хотел его вылечить на самом-то деле, но как я могу это сделать, когда он чинит генератор? На самом-то деле, если вы еще не в курсе, то когда ты чинишь генератор, нельзя лечиться. Ну, просто нереально, понимаете? Поэтому... Я не знаю, на что он рассчитывал, но это невозможно было сделать тогда, и я тоже попадаюсь, к сожалению, к маньяку. Здесь все двери разрушены, и это означает то, что шанса выжить нет, и мы, к сожалению, проигрываем. Видите? Игра подлагивает. Почему это так, я не могу понять, меня это безумно сильно бесит. Такого не должно быть в принципе, и такого не было, ребят. Этого не было момента, сейчас он появился, и мое впечатление первое из-за вот этого момента очень-очень-очень плохое, я разочарован. Надеюсь, пофиксят, надо написать разработчикам, спросить, в чем проблема, почему игра все-таки реально лагает, и будут ли они это фиксить. В следующем выпуске по Horrorfield'у мы разберем нововведение, мы разберем момент с лагом. Надеюсь, его к тому ролику уже пофиксят. Если нет, будем разносить в пух и прах. На этом все. С вами был Борода. Всем спасибо. Пока-пока.